Модель Эмили Ратаковски прославилась своими обнаженными съемками для клипов и журналов. Сегодня фигуру 27-летней звезды считают одной из самых идеальных в мире. И Эмили, по всей видимости, с этим утверждением согласна. Она обладательница третьего размера груди, тонкой талии и идеальной пятой точки, обожает демонстрировать фигуру. Эмили ходит в супермини, любит глубокие вырезы и длинные разрезы на одежде, а больше всего на свете обожает купальники. На минувших выходных Ратаковски появилась на одном из пляжей Сиднея, как бы сказали у нас на родине, в двух тряпочках и одной веревочке. Очевидцы утверждают, что верх купальника очень ненадежно закрывал бюст звезды и при неловком движении даже несколько раз явил миру то, что обычно принято прятать. Разумеется, всем девушкам мира интересно, как Эмили сумела добиться таких идеальных форм. Ведь часто красавицы готовы на все и лечь под нож хирурга, и часами заниматься спортом, и отказываться от еды. Про Ратаковски в СМИ пишут, она не занимается спортом, обожает фастфуд, каждый день ест булочки, на деле же все обстоит немного не так. И в своих интервью модель вскользь упоминает об этом. Она действительно любит фастфуд и не может жить без мяса, но первое она лишь изредка позволяет себе, а в хорошем мясе для фигуры нет ничего губительного, сплошной белок и железо. Ест мучное каждый день, это означает, что утром Ратаковски позволяет себе съесть небольшое печенье за компанией с черным несладким кофе. На обед Эмили съедает зеленый салат или бутерброд. В фитнес-клубах Эмили действительно не потеет и у нее, о, ужас, даже нет личного тренера. Зато все детство будущая звезда серьезно занималась балетом, а сейчас почти каждый день перед сном уделяет время йоге. «Еще люблю совершать длительные прогулки с друзьями», — рассказывала модель в одном из интервью. И все это, как правило, вместо ужина. Так что совершенно точно нельзя сказать, что Ратаковски не делает ничего для своей идеальной фигуры. Хотя никто спорит, с генетикой ей тоже повезло.